Начинать готовиться к лету – это как будто заходить в холодное озеро. Делайте это постепенно. Посмотрите на пыльные кантели, потрогайте скакалку, полежите на беговой дорожке, попривыкайте. Сфотографируй меня, пожалуйста, с цветами. Хорошо, давай. А где цветы? Вот и я хотела спросить, а где цветы? Музей, экскурсанты, какие прекрасные фрески. Гид, пройдемте дальше, это о сырости. Не хочешь познакомиться? Но я люблю только состоятельных мужчин. Я состою на учете у нарколога. Идет бухой ночью по улице. Вдруг смотрит, через ветви просвечивает лампочка уличного фонаря. Бухой говорит: «Во, Мичурин, во дает!» Любимая, я хочу, чтобы ты была как эта прекрасная хрустальная салатница. Но у нас грязная. Да, грязная, но стоит и ждет молча. Привыкай. Как я не люблю этих придурков со 12 этажа. Из-за них замучаешься ждать лифт, чтобы подняться на второй этаж. Пойду Белочку пофоткаю. В смысле, нажрёшься и начнёшь селфики делать? Русские придумали тетрис много лет назад, пытаясь попасть в переполненный автобус с полными обложками и сумками. Почему вы не ходите на митинги? А у нас и дома есть на кого кричать и от кого получить. Брат сидит в своем кабинете и что-то записывает. Заходит мужик и говорит: «Доктор, меня никто не видит». Доктор поднимает глаза и спрашивает: «А кто это сказал?» Как пьяному узнать, где он находится? На спуске или на подъеме? Положите на землю шарик. Если он скатывается, значит, вы на спуске. Если он поднимается, то на подъеме. Подписываемся, кликаем на колокольчик.